Все предыдущие доклады так или иначе показывали сегодняшнюю актуальность дел, которые совершил граф Муравьев-Вильнский, и о том, что эпохи в чем-то есть сходство. Сейчас идет строительство в непростых условиях белорусской государственности. Тогда во времена Муравьева он строил тогда тоже государственные структуры здесь. И во многом было бы неплохо, чтобы мы обратились к тому опыту, посмотрели, как боролся с экстремизмом и так далее, и так далее, и так далее. То есть много-много аспектов, которым нужно было бы уделить внимание и актуализировать вопросы. Ну вот, и завершая как бы конференцию своим выступлением, я хотел бы коснуться одного из актуальных вопросов для сегодняшнего дня, связанных с именем графа Муравьева. Предыдущие докладчики осветили ранее неизвестные или намеренно забытые факты, показывающие многогранность личности графа Михаила Николаевича Муравьева, бывшего гораздо сложнее того примитивного портрета вешальника, который еще при его жизни первыми нарисовали даже не польские мятежники, а либералы-западники в российских столичных салонах. Этот портрет держиморды душителя революционных масс затем усилился мазками советской историографии. Последние четверть века в Белоруссии стараниями ряда литвинствующих национально озабоченных историков уже создан окончательный образ ужасного кровавого людоеда и палача белорусов. То есть перед нами пример политической кухни по рецептуре, созданной еще в времена польских мятежей и всякий раз, которые находят новых массовых потребителей. Сегодня белорусской националистической пропагандой составлено чудовище, подобное Дракуле, но российского происхождения. Цели понятны, но как голливудский Дракула далек от Влада Цепиша, так и еще в большей степени этот белорусский, в кавычках, людоед-вешенник не имеет ничего общего с графом Михаилом Николаевичем Муравьевым-Вильнским. Среди множества обвинений в адрес графа Муравьева есть и такое, что он был одним из основных и последовательных русификаторов северо-западного края и тем якобы затормозил становление и развитие белорусской национальной культуры. Поскольку в Республике Беларусь сейчас постоянно и особенно в националистических кругах звучит тема белорусизации, такой термин есть, да, то говоря о Муравьеве, следует коснуться этого актуального вопроса, попутно рассмотрев, чем же являлась русификация в северо-западном крае в XIX веке, какую роль она сыграла в развитии белорусской культуры и что из себя представляет сама белорусизация. Да, русификация белорусских губерний была частью политики царского правительства. Об этом вот и предыдущие авторы, выступающие, говорили. Правда, она была крайне непоследовательной и скорее вынужденной в ответ на нелояльность польской шляхты. Русификацию следует рассматривать не как просто внедрение русского языка в школьную программу дел и производства, а как целый комплекс мер по возвращению белорусов из польско-католического культурного засилья к своим истокам и прежде всего к православной традиции. В программу русификации также входило просвещение белорусского крестьянства с целью появления из его среды интеллигенции и чиновничества, для которого русское государство было бы своим. Следует отметить, что славянофилы XIX века русификацией называли и считали возвращение к духовным началам, в данном случае православию. Иван Сергеевич Аксаков утверждал, что там, на западных русских окраинах, не язык служит исключительным признаком той или иной другой нации, а непременно вероисповедание. Поэтому никакого противоречия между русификацией, проводимой российским правительством и развитием белорусского народа не было. Ведь предки современных белорусов, а это в основном крестьяне, называли себя так или иначе все-таки русскими. Как народ сформировались из нескольких восточных племен после Киевского крещения в составе Древней Руси. Долгое время современная белорусская территория входила в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жаймовского, в котором государственным языком был западнорусский извод древнерусского письменного языка. Именно поляками этот западнорусский язык, или как его сейчас называют белорусские филологи, старобелорусский, хотя современники называли все-таки просто русским, был запрещен в 1696 году в Речи Посполитой.
моменту вхождения белорусских земель в состав Российской империи во времена Екатерины II вся местная элита, носитель которой ранее была носительница высокой западнорусской культуры, была ополячена, а западнорусский язык был окончательно забыт, образование делопроизводства было только на польском. А православие пребывало в загнанном, плачевном состоянии, как бы холопской верой стало. Иван Сергеевич Аксаков, опять же, писал о том времени и Речи Посполитой, что русская народность подвергалась в нем и политическому, и социальному, и духовному воздействию польской национальности, что три могучие силы – религия, цивилизация и землевладение – служили в нем до последнего времени польской исторической идеей. Постепенно возвращение народа из унии в православие с окончательным разрывом с ней на Полоцком соборе в 1839 году тоже можно рассматривать как русификацию, то есть возвращение к истокам. Строительство новых церквей и приходских школ, где давалось образование крестьянским детям, это пример просвещения белорусского народа. У белорусских крестьян для получения образования не было иного языка, как общерусской литературы. При этом допускалось начальное обучение на понятном местном наречии в начальных школах. Таким образом, русификация была процессом культурного возрождения белорусского народа. Решительную роль в этом сыграл именно граф Муравьев-Виленский. Только за два года его пребывания на посту генерал-губернатора было построено 98 церквей с приходскими школами. Это как второе крещение, и волна просвещения, которая в советские времена не было такого массового. Интересно еще раз обратиться к тому, что в то время говорили опять же славянофилы, и в частности Аксаков. Заметьте, вот слова дословно: белорусский крестьянин должен почувствовать себя прежде всего белорусом. Вот она какая русификация на самом деле была-то. Сделать же из него, дальше он продолжает, великорусского мужика нет надобности. Поэтому Аксаков предлагал учить белорусского крестьянина читать и писать сперва по-белорусски, а потом, вот это его закавыченные слова, а потом непременно и по-русски, и по-церковнославянски, что после белорусской грамоты ему дастся легко. И далее он продолжает, белорусов мы считаем своими братьями по крови и по духу, и горе, и испытания, и труды, и победы должны быть единые, общие, которую не напрасно вновь соединила история, но которые члены, как и в человеческой семье, нисколько не теряют от этого своей личности и своей особенности. Вот в чем был на самом деле смысл политики русификации, в которой не было никакого угнетения, а только забота о просвещении и развитии народа. Именно этому следовал в своей деятельности граф Муравьев-Виленский, проводя крестьянскую образовательную реформу в северо-западном крае. И здесь нужно отметить, что в то же время, параллельно с так называемой вот русификацией, которую я рассказал, среди польской шляхты в малороссийских и белорусских губерниях появилось движение хлопоманства. После поражения польского мятежа его участники задались целью начать контррусификацию, чтобы поставить предел возвращению белорусов в общую русскую семью и через пропаганду якобы настоящего украинского и белорусского языков, далеко стоящих от русского. Хлопоманы активно занимались изучением этнографии и истории с целью обоснования и фальсификации фактов, обоснования отдельности трех ветвей русского народа. Также они активно занимались литературной деятельностью на смеси польского с малороссийским и белорусским наречием и зачастую на польской или чешской латинице. Вот эту чешскую латиницу вы можете сейчас увидеть в метро. Это было такое заигрывание с бывшими холопами. И отсюда получило название хлопоманство. Для литературного творчества и создания новых языковых языков хлопоманы зачастую использовали речь своей панской дворни, говорящего году пану на своеобразном пиджин польском, где пиджин английский есть, вот на фиджи говорят. То есть смеси своего наречия простонародного с польским. Одними из первых белорусских хлопоманов были так называемые патриархи белорусской литературы. Это Винцет Дунин Марцинкевич, которому вот буквально недавно поставили памятник
в центре Минска, и Франциск Бенедикт Казимирович Богушевич. Это оба польские шляхтичи, католики, принимавшие участие в польском мятеже вот 1863 года. Их родным языком был польский, на нем они в основном писали, а так называемые белорусские произведения создавали на этом пиджин-польском и на латинской графике. Эти панове как раз и основали направление белорусской литературы и языка, который, однако, вплоть до революции не пользовался особой популярностью. Надо отметить, что в среде белорусских писателей того времени были и те, кто стояли на славянофильских позициях и идеях русского единства. Самым ярким из них был поэт Максим Богданович, великий поэт, предки которого как раз были из крестьянской православной среды. Например, на смерть Ивана Франко Богданович писал такое: «В его лице одна из русских литератур, литература украинская, понесла тяжелую утрату». И белорусскую литературу Богданович тоже считал одной из ветвей русской литературы, русской культуры. Совершенно другой подход, как вы видите. Однако после Октябрьской революции в 20-30-х годах советской властью на образованных национальных республиках проводилась политика коренизации, то есть как бы местные кадры. На самом деле это было возвращение как бы в исполнительную власть тех, кого когда-то отстранил Муравьев. На Украине и в Беларуси за основу коренизации были взяты идеи национал-демократической интеллигенции, которая имела в основном католическое происхождение и которые были последователями и наследниками именно того хлопоманства XIX века. Эта политика советской коренизации, то есть отрыва белорусов и украинцев от общерусской культуры, и стала называться тогда, вот именно в 20-30-х годах, украинизация и белорусизация. Ну, ее результаты мы видим на Украине сейчас. Белорусизация также не ограничивалась уже вот в советские времена, белорусизация также не ограничивалась только языковой политикой, а была комплексной, включая и дехристианизацию, то есть борьбу с православной церковью и фальсификация истории по лекалам, составленных еще теми же хлопоманами от историями, такими как Владимир Бонифатович Антонович, это киевский профессор, тоже один из участников польского тех восстаний. И как раз учениками Антоновича в Киевском университете и были основоположники украинской белорусской историографии, востребованные тогда советской властью. Это Грушевский на Украине, а у нас здесь Домнар Запольский. Они оба учились в Киеве, у этого Антоновича. Эта искаженная белорусизация, как хлопоманская контррусификация в советское время, периодически то усиливалась, вплоть до репрессий в сталинские времена, то утихало и даже сходило на нет, уступая дорогу развитию подлинной белорусской культуры, не противопоставлявшей себя общерусской. Например, после Великой Отечественной войны, когда многие представители этой хлопоманской белорусизации 20-30-х годов оказались коллаборантами, что естественно, вот, к власти в Беларуси пришли после победы бывшие партизаны, в основном из православной среды. И самым ярким из них был Петр Миронович Машеров. Именно при нем был один из самых плодотворных периодов расцвета белорусской культуры. Ну, хотя бы один пример приведу. Просто Мулявин, русский, создавший высочайшие образцы белорусской музыкальной культуры, известный на весь мир, ставший общерусским достоянием, и который очень часто из своих творчеств использовал именно произведения Богушевича, поэта, о котором я ранее говорил. Богдановича. После распада Советского Союза и до 1994-1995 года, когда был референдум, во всем сдавали тон белорусские националисты, и хлопоманская вот белорусизация, вот я ее так уже назвал, приняла особенно радикальные формы. Ну, не надо вам это напоминать. Я уже заканчиваю. После референдума 1995 года, когда русский язык, на котором говорит подавляющее число белорусов, получил государственный статус, равный с белорусским, хлопоманство опять отошло в тень. Однако сейчас, когда в Республике Беларусь разработана и притворяется в жизнь программа поддержки белорусской культуры и языка, что очень важно для нас, вот сейчас в комплексе с духом, она проводится в комплексе с духовным возрождением белорусского народа, включая вот возвращение христианской традиции. Так вот сейчас есть зримая опасность, что эта программа может приобрести негативные черты хлопоманской белорусизации.
Сегодня можно наблюдать множество примеров, когда белорусская культура и язык, которые могут сосуществовать наравне с общерусской культурой и языком, под влиянием националистической ориентированной интеллигенции, противопоставляются друг другу. Порой по путем развития белорусской культуры идет явная подмена ее криптополонизацией, какой на самом деле является хлопоманская белорусизация. Это происходит как в литературе, так и в гуманитарных науках. У меня есть большая статья по проявлению вот именно полонизации скрытой на примере архитектуры центра Минска. Если кому интересно, можете обратиться, мне сейчас нет времени это рассказывать, сокращусь. Но во многом наша эпоха напоминает времена графа Муравьева-Виленского с массовым строительством православных церквей, духовным возрождением и просвещением народа. И сегодня вспоминание деяния графа Муравьева-Виленского следует учитывать его опыт, поскольку его совершенно обоснованно можно назвать не только русификатором, но одним из первых подлинных белорусизаторов. Вспомним опять приведенные выше мной слова Аксакова. Белорусский крестьянин должен почувствовать себя прежде всего белорусом. Спасибо за внимание.